Главное так аккуратненько нырнуть. Во, все, аккуратненько нырнул. Как ты так снайперишь-то, паучина? Так, все, спокойно. Надо сохраниться. На последнее. Так, давайте. Сейчас. Нет. Сейчас, значит. Сейчас. А, тут вот есть место для передышки. На самом деле. Нет. Плохое место для передышки. Опа. Хит-оинты. Да как? Я отходил же, ну. Повинен смерти. Блин. Что-то я тут больше потерял, по-моему. Я знаю, что я вернулся. Я же как бы собирался. У меня вот внизу целый кусок карты не открытый. Я сюда и собирался вернуться. Что это такое интересное? Мне бы что-нибудь отличивающее было бы. Весьма-весьма к месту было бы. Но за неимением отличивающего возьмем экспирующее. Вот направо или налево пойти, интересно. Я, наверное, пойду направо сейчас. Посмотрим, что там. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. А чё, ты вообще не останавливаешься, что ли? Понятно, мне нужно слева камень сбросить, чтобы эта штука остановилась. Так, а для этого нужно 4 энергии. А мне их нужно, соответственно, либо... Да ну нафиг. Они серьезно считают, что я способен на это? По 10-бальной шкале понятия не имею. Но она прикольная. Я как бы не это, не даю оценки играм. О, сделал, смотрите. Сосуд умений. Вы получили очко умений. И у меня теперь 2 очка умений. Ори! Нет! Ты мелкая, ушастая! Вот. Самое время заапгрейдиться. Подводное дыхание. Все, взяли. Что-то у нас. Вот там что-то какая-то подводная есть. Хреновина. Можно в нее слазить. Но я что-то думаю, что нет. Там нету нифига. А вот здесь у меня просто-напросто нету энергии. Недостаточно у меня просто-напросто энергии для такого. О, хитпоинты. Так, а вот с тобой я знаю, как бороться, блин, уродина. Так вот с тобой бороться, вроде. А-а-а! Эту штуку можно двигать. От. Ой, тихо. Не, ну нюанс в том, что как бы я, если я сейчас ее уроню, то... А, нет, стоп, тут мостик дальше. Просто мне как бы нельзя ронять эту штуку, вот в чем проблема. Поэтому мне, честно говоря, как бы, ну не это, чё я тут дальше-то? Я уроню, и меня лазером убьет. Я ее только назад могу оттащить. Вот и все. Мне именно нужно за энергию пройти с той стороны, чтобы уронить камень. Вот, а потом уже дальше. Поэтому я отсюда пока ухожу. Отсюда пока ухожу. О, хитпоинты. Отлично! По крайней мере, у меня хоть хитпоинты есть. Потом спасибо. Уходим. Оп, стопэ. Так. Хоть один поинт энергии появился. А теперь в воду. Заценим. Это что, не вода, что ли? Да.
Да ну нафиг, а что это вообще тогда такое? Я думал, я вообще во всем буду плавать, там, как не знаю кто. Как просто вот как рыба. Все. Что-то я немножко расстроен. Ну ладно, у меня сейчас нет энергии. Мне бы ее поднабрать и вот и забраться наверх. Кстати, по поводу забраться наверх, вот я вижу какой-то аппендикс такой. Я вижу какой-то аппендикс, и я хочу попытаться его окучить. Так. Вот здесь вот. Ну не, это нужно тройной прыжок, наверное. Ну да. Ну, по крайней мере, так просто точно нифига. Вот может быть... Если пады... А, нет, там никак не упадешь так. Ну ладно. В общем, так или иначе, идем сюда. Ори, ну... Вот вечно ты. Да какого? Ну, паучина. Так, все, нафиг. Почти помер, а? Давай сюда энергию. Мне нужно целых 4 поинта энергии. В принципе, я же мог вот там вот просто пропрыгать, попытаться. Второй раз я этого не сделаю. Ну, как бы, правда, и здесь второй раз не сделаю, скорее всего. Сделал. В эту сторону проще. Так. Зашибись, веселье. Так, окей. Где я тут и что я не взял на текущий момент? Да, в принципе, вроде бы все взял. Так, сейчас еще хитпоинтов подсоберу. Раз, все. И нафиг тебя, паук. Нафиг. Ты некрасивый. Так, еще поинт. Точнее, это первый фактически поинт. Сейчас я... Опа! Обманул, да? Блин, обманул. Кто кого обманул. Так. Вот я здесь могу пропрыгать. О, зато не помер. Так. Ну да. Огонек, ну как бы он там это помогает мне, он какой-то из мелких духов такой тоже, ну насколько я могу судить, но он осведомленный, поэтому помогает мне. Он из осведомленных мелких духов. Плюс он моя сила, это он. Успел. Все, так, я даже соберу это все. О, блин. Так, нет, все, собрал. Сердце дерева духов. Ну да, что может быть. Вполне. Здесь мне даже охота сейчас сохранится. Я даже это сделаю. Я понимаю, что вот как там ячейка энергии. Все дела, Ори, молодец. Так. Окей, вот сейчас вот сюда. Давай, давай, пошел. Опа. И две ячейки. Так. Ой, да ладно, я не так пропрыгивал еще. А что там наверху будет? А, я просто вернусь. Отлично. Я так просто не вернусь, конечно же. Да чтоб тебе пусто было. Еще камнепады сейчас начнутся, видимо. А, вот так вот, да? Ой, вот это я обожаю просто. Вот это вот, вот. Давайте, да, это мое, это просто вот мое любимое. Вот это вот. Просто вот сплю и вижу. Да блин, да... Да по... Да ну... Да пошли...
Так, спокойно. Тихо, тихо. Ори, давай, давай, ты сможешь. Ори, давай. Так, камушек. Ничего страшного, пока нормально. Фух. Просто отдохнуть решил. Что-то очень неожиданно было, кстати. Реально. Так, поймать периоды. Стоп. Все, деревяха. Давай, пролетай. Ах ты! Ну-ка, давай. Ори, ну... Ну, серьезно. Надо было убивать его. Слишком он добрый. Дверь-то я пройду, но просто до этой двери мне нужно 4 чертовых этих поинта, вот этой нижней двери. И вот сюда я сейчас вот в эту дверь пойду. Вот. Ори вселял доброту и надежду в его сердце. Тут не больно будет падать, нет? Во. Во, вот сейчас мне накатили энергии, я могу себе позволить вернуться. Я даже... Позволю себе вернуться. Да, у меня теперь есть энергия, чего бы не вернуться. И он отдал мне. Я поступил с ним по-доброму, и он отдал мне эту штуку. Вы вернули водяную жилу. Этот древний самоцвет откроет вам путь внутрь древа Гинза. Вот так вот. Помни. Помни, что элемент вод покоится на вершине древа Гинза. Нужно вернуть воду. Поспешим назад. Какой, ну зачем? Ну меня же не кинут автоматом туда. Я не хочу, нет. А вот эти штуки разбиваемые? Нет, не разбиваемые. Я вот думаю сначала здесь немножечко осмотреться, потому что тут какая-то очень такая небольшая, небольшой локейшн. И вот в этом вот в аппендиксе маленьком я тоже не был. А потом спрыгнуть в... Хотя в принципе мне все равно возвращаться так, так что... Даже хочется, даже, знаете ли, хочется засейвиться. Вот даже, знаете ли, хочется засейвиться. Я даже засейвлюсь. Там 4 поинта энергии надо. Ничего. Так, сейчас потихоньку, потихоньку. Одно очко умений. Найс. Прыгнул. Фух. Так, куда тут вниз, просто я прикидываю. С этой стороны надо вниз. Стоп, с этой стороны вниз не надо. Так. А как я туда попаду? Подожди, а как я туда попал, в принципе, изначально? Это очень интересно. Ну, ладно. А, я пропрыгал по деревяшкам, точно. Так. Цепляйся! Не цепился, не уцепился. Так. Оп, молодец. Все, молодец. Теперь битва с пауком страшная. Все, страшная битва с пауком выиграна. Главное здесь раньше времени не бежать. Научен уже горьким опытом. Научен, да. Ничему жизнь не учит, на самом деле. Оп, все. Можно без сейвов тогда. Ну да, действительно, зачем сейвы? Так, подождите, я же могу сейчас схитриться. Да? О! Зацепился, смотрите. Зацепился, стоит вообще без облома. Так. Собраться с мыслями просто. Ну да, все норм. Давай еще. Оп! Все, норм, сейчас вот тут вот ныряем.
Опа, как я его, а? Задоджил, вообще задоджил. Короче, я знаю, тут надо в два присеста. В два присеста, все. Оп. Так, что-то нет, я что-то не то делаю. Ну-ка. Вот так вот. Давай, 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 Ори. Красавчик. Красавчик. Ори, красавчик, так. Вот теперь мне сюда. Вот теперь мне сюда. Да. Все. Но мне нужно будет на самом деле и туда. То есть, потому что я сейчас вот здесь камнем перегорожу. А теперь мне нужно с той стороны тот же камень тоже ведь наверняка сбросить. Я на 100% уверен, что так и есть. Поэтому я сейчас так аккуратненько. Хитпоинты такой забрал. От снаряда уклонился. Паука убил. Все. Просто like a boss. Просто like a boss. Так. Потащили. Сейф, да? Блин, ну вообще по-хорошему надо бы, конечно. Ну ладно. А по нельзя в опасном месте. Сейчас мы в более безопасное место придем. Ну, Саша, если это действительно ты, она, я бы не сказал, что она прямо сейчас популярна, она хорошо продавалась на старте, действительно хорошо продавалась. И этого стоит, потому что она реально очень круто сделана, все анимации и прочее, ну, при, конечно, там, хреновой оптимизированности, да. Но она реально клевенькая, она метроидвания, и, блин, она со сложностями, собака. Так. Как быстро проходится, не скажу. Вот это не знаю. Но вот по субъективным ощущениям она проходится не быстро, потому что вот у меня лунная пещера, у меня что-то иглистое болото, верхние трясины. Не, я думаю, что ее пробежать, вот пробежать, можно быстрее, чем пройти. Вот. А так, чтобы вот если полностью все открыть, да, вот тут у меня есть вот эти затемненные с туманом войны участки, это, я думаю, потребуется немало времени. Вот. Ну, это, естественно, вот не вся карта, которую я сейчас демонстрирую. Ну, я полагаю, что не вся. Так что надо брать, я считаю. Я считаю, надо брать. Так. Ори, спокойненько. Все, заткнули. Так, а дальше что? Вот эти снаряды. Но это на таймингах. То есть, как бы я не пройду. Так, и направо, и налево примерно одно и то же. Так, вот можно здесь взорвать. Нужно, черт возьми, здесь взорвать, а у меня энергии нет. В промежутках между эффектом и футуром можно желание загадывать. Вот сейчас вот можно, значит, загадывать, да? А что там мессендж делитит? А, Саш, нельзя ссылки. Так. Ладно, нафиг. У меня энергии нет. Я, короче, жду, пока энергия подкопится. Я просто не знаю, что иначе делать. Мне надо там реально взрывать. Там надо подрывать просто сейчас со страшной силой. Так. На Twitch? На Twitch TV. Вообще не важно на что. Просто в принципе ссылки нельзя. Так, интересно, а как быстро мне. А я сначала в эту сторону туда сходил. Точно. Вообще был не готов! Вообще был не готов! Что-то я постоянно не готов. Так, ладно. Чё? Выключил. А где энергию мне выдать? Энергию мне не выдадут. Интересно, что Марина загадала? Ну страшно просто. У меня, блин, какого черта энергии нет? Так, подождите, а может мне наверху где-нибудь энергию выдадут?
Так. Предыстория есть, можешь, кстати, да, ее почитать. Ну как, она на самом деле как бы короткая и достаточно такая завязка. Вот, если ты не видел начала этой игры, ни в коем случае не смотри, потому что здесь очень такое, очень крутое начало, которое тебя готовит в некотором роде. Тебе сюжетную завязочку дают в начале, как бы определенную такую, скромненькую. Вот, но она очень крутая, очень клево сделана просто. Я был растроган, да. Фу. Нет. Опять нет. Так. Что-то я туплю. Так, так, так. Вот, вот сейчас. Вот сейчас пошел, 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 Лори, пошел. Можно, кстати, уже с этой стороны. Идиот. Не, ну серьезно. Ну такие вещи тоже. Так, у меня есть один поинт энергии. Если я сейчас его прогажу, то это будет вообще стрёмно. Подождите. Я ж могу сделать вот так вот теперь. Вот так вот это, оказывается, делается-то. Офигеть, энергию искал. Тихо, стопэ. Стопэ, стопэ, Ори, не помри. Я уже ко всему готов. Все. Вот оно, оказывается, как бы задумано это все. Во, ячейку энергии выдали. На отличненько просто. А теперь еще экспы мне. Опа! Огромный сосуд с духовным светом. К такому, да, к такой завязке, как здесь, меня жизнь не готовила. И к шелтеру второму тоже жизнь меня не готовила. Я потерял одного, я до сих пор, между прочим, иногда в холодном поту просыпаюсь, вскрикиваю ночью, вспоминая этого рысенка маленького. Да. Что это там? Грязные сентенции по поводу готовки. Так. Тихо, тихо, тихо. Давай, Ори. Ты сможешь. Ори, ты сможешь. Ори, ты смог. Но надо сюда. А зачем? У меня энергия полная. Ори, не надо сюда. Так, спокойно. Сердце ёкает, Саша, да. Как вспомню, так вздрогну. Так, все. Короче. Сохраниться. Сейчас будет паук. Блин, да какого? Вот это я... Вот это вообще подло. Мало того, что он плюется, сволочь, снайперский, так его еще и трогать нельзя. Дрянь такая, а? Не, ну это ж надо. Ну вот вообще не по понятиям. И снимают по два чертовых хитпоинта, а? Побоялись бы бога вообще. Че там пишете? Кстати, это был офигенный просто. Вот когда Марина стримила первый шелтер, это я не знаю, это, наверное, это вот я сейчас на полном серьезе, без всякой иронии говорю, это один из моих любимейших стримов. Я считаю, что один из лучших наших стримов. Так. По идее, уже камни не должны, наверное, падать. Хочется верить, во всяком случае. Тихо. Так. Вот так. Вот так вот. Ой-ой-ой. Да какие зайчата? Что вы? Блин, Марина этих зайчат во время стрима по второму шелтеру столько... Столько голов зайчих пооткусала. И как она их только не называла, этих зайцев. Так, с метроидваниями всякими сравнивать можно вон.
Dust, Analysian Tail тоже красивенькая. Ну, вообще, да, но Dust попроще, хотя бы потому, что там больше, наверное, на больше про прокачку, больше RPG-шности, а здесь больше платформистости. Поэтому Dust, он в нем меньше таких вот таких вот моментов, где нужно прям вот на спинном мозге фигачить. Так. Где тут у меня сейф ведь был? Потерялся, да? А, я внизу сейф сделал. Давайте здесь сделаем сейф. Ну и начинаем. Так. Да блин. Так, ну тут, короче, мне не запрыгнуть. Мне, очевидно, нужно как-то пропрыгивать там. И в воду в эту мне прыгать тоже нельзя. Стрелка при прыжке. Ну вот она показывает направление, я так понимаю, как бы, чтобы было проще понять, куда он полетит. Это вот двойной прыжок. А-а-а! О, подождите. Это сейчас вот очень глупо было, кстати. Не, я понятия не имею, буду ли я полностью все территории обыскивать. Вот о таких вещах. Совершенно точно еще очень рано говорить. Блин, один хитпоинт оставался. Ну ничего, кстати. Сейчас мне проще будет уже. Я такой нырну туда. Давай, резко вылазь. Два хитпоинта. В два раза больше одного. Нет! Все. Не, вот, как бы, всякие ачивки, это вот не про меня, ребят, поэтому... На все ачивки... Да вы чё? Нет, ну серьезно. Really? Так, окей. Я же не пройду. О, сейф! Когда будет стрим по Sims Medieval, я не знаю. Нет! Три хитпоинта. Да блин. Обратите внимание, я стою на шипах. А, да, мог на другом берегу вынырнуть. Факт. Стоп, а может на них мой... А, нифига себе, решил проверить. Чё-то как-то дорого такие проверки обходятся. Просто глич был. Нет, ладно, тут надо умирать. Не сдалось. Sims, да, Sims пойдет на YouTube, но мне нужно сначала там... Там очень неудобная схема размещения, поэтому мне нужно с ней сначала справиться. Потом... Да чё я как-то не прёт-то мне, а? В эту ходку. Один хитпоинт вообще. Здесь! Не, ну это ж... Красиво поймал. Смог. Вторую главу Tales from Borderlands, да, будем. Обязательно. Да какого? Вообще не так плохо все пока. Вот не так плохо, как сейчас. Фу, эта штука даст мне здоровье. Но сегодня вот на этом стриме только Ори будет, да. Как и было обещано. Вообще, что-то... А что-то мы с Рамоном что-то координировать должны. Кто что хочет, то и стримит. Еще бы мы что-то с Рамоном там... В
с Мариной. Вот чтобы мы с Мариной что-то там с Рамоном еще сверяли. Да не, ну серьезно, ну, что-то как-то странно. У нас не один канал. Так. Так, опа. Так, а вот теперь мне нужно вот туда направо будет ломануться. Сейчас-то я уже смогу. Сейчас-то у меня уже есть вот эти все прыжки дичайшие. Угу, помогли они мне очень. Сейчас у меня много хитпоинтов, надо сказать. Шелтер... Нет. Ладошки вообще потеют дичайше. Шелтер нет. Да нет, конечно. Не, какая, блин, вы чё? Не, никто ни с кем не договаривается там, что стримить, что нет. Мы просто с Мариной всегда стримим, что хотим, да и все. Это так работает. Блин, мне нужно вниз, прикиньте. То есть, короче, вот я сейчас объясняю, да, как вот это... Для тех, кто не понимает, может быть. Разработчики считают, что я сейчас должен нырнуть вот сюда. Вот я сейчас покажу. Подождите. Нырнуть вот сюда, такой. Пролететь. Вот здесь примерно, здесь. Сделать двойной прыжок. И такой сюда просто, like a boss. Like a boss. Шелтера не будет, я объясню почему. Потому что Шелтер — это игра первого впечатления. Первого прохождения. Вот. А, мне очень жаль, что не получилось опубликовать на Ютубе запись Шелтер 2, да, моего стрима. Потому что, по-моему, получилось клево. Вот. Но второй раз уже не получится так же. Уже не будет так интересно, как бы уже не будет этих первых открытий. Кстати, я уже затупил, потому что я второй прыжок сделал там. Отлично. Так. Да не, понятно, что это возможно. Я ж не говорю о том, что это невозможно. Это прям это совершенно очевидно возможно. Дело в том, что я не смог. Второй шанс. Что-то хуже получилось. Ну-ка, давайте обратно. Опа! Реально можно. Подтверждаю. Эти штуки такие неочевидные, на самом деле. Ну, я же не повторю. Повторил. Клево. Прям чувствуешь, как растешь в скилле. Так. Так, засейвиться бы. Это после такого стресса. Не зря засейвился. Зато, смотрите. Вот тут я просто сразу такой, да? Просек тему, да? Вот эти пауки вообще дрянные. Так, странно. Слишком просто было убить этого паука. Мне кажется, это какой-то подвох. Как забраться наверх? Тройным прыжком, видать. Ну, я реально не знаю, как иначе забраться наверх. Вот тройным прыжком, наверное, по... Ладно, хрен с ним. Другой раз как-нибудь слизь, кусок слизи. О, дикобразик. Так, все. Будет ли еще Гарольд? Отлично, вообще хороший вопрос. Я не знаю, я не думаю. Но если Марина захочет, я с удовольствием посмотрю. Но мне почему-то кажется, что Марина не очень захочет Гарольда стримить еще раз. Хотя... Хотя, повторюсь, я прям с удовольствием посмотрю на стриме Маринин, блин, на стриме на Марин по Гарольду, да. Я пытался сказать именно это. Так, возможно, разработчики специально поставили такое место, чтобы ты так думал. Да нет, нет, тут же это ж Metroid 2, нет, это означает, что песня та же, исполняю я же. У тебя как бы open world, но такой. С рельсиками, да, open world с рельсиками. Так, вот здесь еще дофига неизведано, и двойной прыжок может мне помочь в этом. Вот здесь дофига не исследовано, и двойной прыжок может помочь мне в этом. Так. Ну, давайте как-то, я не знаю, здесь может. Вот. Так, оп.
Да как ты так попал-то, а? Не, ну окей, согласен, здесь мой косяк был. Во, вот тут вот.